«Мои родители – нефтяники». Под таким названием профсоюзный комитет «Уральнефтегаза» провел конкурс рисунков среди детей, работников территориально-производственного предприятия. Юные художники представили 27 работ. Мальчишки и девчонки проявили неограниченный полет фантазии. Некоторые произведения начинающих талантов сопровождались даже стихами. Дети рисуют своих родителей. Это основная, конечно, тема. Все и портреты есть родителей, и как они работают, и само производство. Поэтому, ну и, конечно, при этом рисуют радугу, солнце, радость и полностью нашу природу. Все рисунки детей соответствовали тематике конкурса, отмечают в профсоюзном комитете. Выбрать лучшие было сложно, однако в первую очередь учитывались те работы, которые максимально были выполнены самим ребенком. Антон, поздравляю. Ручку. Тебе диплом такой получается. Антон Пантюхин – самый маленький участник творческого состязания. Ему всего 5 лет. Заслуженную награду получает с большой гордостью. Мой папа работает нефтяником. Он добывает нефть. Я нарисовал на нем танки, вертолет, и деревья, радугу и солнышко. Главное место на рисунке занимает танкер с первой шаимской нефтью. Не так давно мальчик с отцом побывал на сухом бару и увидел это грузовое судно. Так и появилась идея, а еще желание, когда вырастет, стать как папа, нефтяником. Замечательно, что такие конкурсы проводятся, то есть и у детей поднимается как бы какое-то настроение уже. Какое-то представление вообще о профессии нефтяника. В конкурсе рисунков Антон Пантюхин занял 1-е место. На 2-м – Дарья Митасова. 3-е место заслужено у 12-летней Камилы Каримовой. Я изобразила нефтяную качалку, где мой раньше работал папа. Это же все связано с нефтью. А это самое главное, то, что нужно, чтобы все работало. Победители конкурса были награждены дипломами и ценными подарками. Никто из других участников тоже не остался без внимания. В эти дни творчеством начинающих художников могут насладиться работники «Уральнефтегаза». Выставка оформлена в здании территориально-производственного предприятия. Ольга Ускова, Александр Усков. Наши города.